think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня веселый видосик. Я вам покажу барда максимальной прокачки, максимальной сборки, мега имбу. Но он таким уже был. Сейчас я вам просто покажу сборку. Понападаю на каких-то противников с топа. Покажу, как он тащит. В общем, вот такой вот вариант у нас будет. Без питомца. Я думаю, питомец нам в принципе не нужен. Мы берем его как вариант использовать на битве гильдии, на PvP локациях. В общем, поехали. Заходим. Топ. Можно даже было против меня мой максимальный деф выставить. Ну ладно, идем поищем. Поищем в топе. В рейдах тут силы маловато. Надо искать по топу. Надеюсь, сейчас кого-то надебаем. И покажу, расскажу, как его слить. Честно говоря, это просто трэш. Так, что у нас тут есть? Лис, Космо, Фоба, Ворожей, Фрея вижу. Ну, по стандарту я убрал смотра. Как видите, такой вариант просто неубиваемый. То есть, как бы его ни дамажили, везде нули, там немножко бывает через раз попадают. То есть, многие стыкались уже на атаке фортов с тем, что барда реально не слить. То есть заходит такой состав, там я сливался на барде с максимальными прокачками, ни хрена не мог сделать. Как видите, реально его сложно убить. Ну то есть сейчас даже поищем еще какой-то состав интересный. Может, еще на кого-то наткнемся. Вот еще кто-то есть. Так, ну тут у нас без воодушек. На этого неинтересно даже нападать. Вот, отлично. Воодушка. Полный парад практически. Зефир дамажит. Кто там у нас еще? Фоба, Ворожей. Ну, в общем, максималка. То есть на PvP локациях такая же фигня. Вот видите, немножко попали по нем. Сейчас он дальше опять отхилится. То есть его сложно слить, если будет еще питомец. Ну, его просто нереально даже слить. И сейчас мы... Блин, все... Так, еще один. Уже еще здесь попробуем. Ну, то есть это максимальный вариант. Такой же, как у меня на основе. Я его вам не раз показывал. То есть его сложно слить. Против каких бы вы противников не были, героев, его реально сложно слить. Немножко попали. Единственный вариант я показывал еще. Они почему-то конфликтуют вместе с оккультистом. То есть если они вдвоем... Реально сложно слить. Но, как видите, здесь уже и Стрелок, и Зефир, Ворожей бьет, Лис бьет. Ну, то есть, максималка уже тоже дамажит по максимуму практически. Единственное, не хватает, наверное, Фрэнка. Ну, тут Стрелка хватает. Ну, герой просто тупо стоит на месте, вот отхилился опять на фул. Это без смотра. Вариант, если сюда поставить... Вот такой вот вариант. То есть тоже, как видите, нули проходят. Такой вариант немножко проседает, потому что истинная вера, она дает отхил и дает неуясно 2 секунды с 5. Ну, в принципе, плюс-минус, да, видите, он проседает, причем конкретно проседает. Все-таки истинная вера — это топчик.
То есть тот вариант самый топовый, самый идеальный на сегодня. Ну, вроде казалось бы все. То есть этого героя просто нереально убить. И я тоже думал, что IGG вот просто когда они его пофиксят. Оказалось, все уже намного проще. Я уже тестировал, но не придавал этому значения. Вот, его слили даже в такой сборке у нас. То есть, что та сборка как бы идеально классная. Но это немножко похуже. Все-таки я ждал этого момента, чтобы была истинная вера. Все. То есть, такой вот вариант у нас смотра нету. Поехали на мою основу. Сейчас я перейду и нападу на своего твинка. Я вам сейчас покажу просто самый, ну, простой вариант. Конечно, есть нюансы, я их потестирую, расскажу попозже, каким героям можно что качать. Ну, в общем, смотрите внимательно. Просто вот трэш. Вот. Неубиваемый, дофигища героев дамажит. Ну, в принципе, вы все знаете, что такое на сегодня Бард. Да, то есть его сложно слить. У меня тоже смотра нету. Смотрите внимательно, ребята. Просто тупо унижение. И тут проблема, ну, тут вопрос не в точности. То есть у меня герои с точностью были. Тут весь вопрос у нас, вот посмотрите просто внимательно на дамаг. Дамаг не проходит. Не проходит. Сейчас он ударит. Получил блокировку. И все. И до свидания. Что это такое? Рассказываю, показываю. Я перекачал своего Фрэнка. У меня Фрэнк с чаркой 7-7 спектр. Как он работает? Когда герой атакован. То есть не когда атакуют, а когда атакован. Соответственно, если вы хотите это использовать на PvP локациях, либо на атаке фортов, это надо ставить в первую очередь, в первую линию, там, можете смотр активировать, то есть это со временем. Но если вы хотите, чтобы быстрее это активировалось и слить, ставите на, там, на Зефира, например, на Фрею, то есть на таких героев, которые у вас будут, на Огника можно попробовать в первой линии. Вот у меня на Франке стоит. Я просто на него поставил, потому что у меня на нем чары не было. И в итоге, что вы имеете? На максималке 3 рандомных цели на 2 секунды получают обездвиживание и невозможность включать свой скилл. И игнорируют иллюзорность. То есть это еще и против Ронина классно. В итоге, такой вариант вот у меня собран. Я просто поставил сюда питомца на дамаг. Вот 27 крит дамага, а точности у нас 7000, то есть не так уж и много. Он не заточен на точность, я его перекачал, но у нас дофига дамага. А у нас на героя почти 70 тысяч дамага. Ну, то есть урон. В итоге Ронин и мега наша имба получается на сегодня уже просто отлетают. Если поставить двоим-троим героям в пачке, думаю... Это можно ставить тем героям, у которых ограничения. Будет вот так вот, просто на изи. Сейчас он зарядится. Вот посмотрите. Вот дамаг не проходит. Лям 800. Нормальный такой дамаг. Это при том, что это чисто Фрэнк. Лям 700. Ну реально он дамажит дофигища. Ронин, наверное, уже отлетел давным-давно. Да, Ронин еще есть. Ну вот, все, пропал. Вот тут надо, чтобы опять же, видите, не работает чарка, когда по герою не дамажит. Вот когда по герою дамажит, вот она включилась автоматом. У нас фраг не заряженный. Вот опять включилась. Вот Винвизи, мы его просто слили. Соответственно, на сегодня спектр, одна из топовых чар против этой хрени на атаке фортов. Против героев с инвизами, неуязами и прочим. Я это вам покажу, постараюсь еще побегать
в Запределье. Почему я поставил на Фрэнка? Фрэнк много дамажит. Можно и поставить было на Зефира. На Зефире у меня интересная чарка. Можно поставить и на Фрея, в принципе, как вариант. Я думаю, мы это тоже очень скоро протестим. В общем, я вам показал, а вы уже пользуетесь. Надеюсь, вам это поможет. Но на сегодня уже не настолько Барт актуален и не настолько он страшен, как это было раньше. Поэтому ставьте правильные чары такие, по возможности, у кого есть и там барды, и иллюзорности, инвизы, они вам не будут страшны. В принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосика с Запределья. Всем удачи, всем пока.